Год кино в Булунском районе официально начался. На днях в районном центре Улуса, поселке Тикси, прошла церемония открытия года. Подробности у наших тиксинских коллег. В этот торжественный вечер были приглашены ветераны-киномеханики, работавшие в своей должности до 90-х годов. На сцене кинозала прошло символическое действие с молодым поколением операторов пульта киноустановок, разрезание кинопленки как знак открытия года российского кино. Я смотрю, вроде бы очень хорошо это дело идет, очень-очень хорошо работают, охват большой, зрители идут, не то что те года, но те года тоже работа шла. Тоже качественно. Но сейчас качественнее все. Прогресс, все идет вперед, идет. Так что молодым пусть стараются, пусть работают. Далее для них прошло театрализованное действие. Как это было? Вспомнить все. Где было продемонстрировано, как в советские годы проходила домашняя демонстрация диафильма. Концерт с участием творческих коллективов, культурно-спортивного комплекса, детского сада «Солнышко» и индивидуальных исполнителей. Кульминацией мероприятия стала демонстрация премьера отечественного кинофильма «Чемпионы». Быстрее, выше, сильнее. В рамках этого года у нас запланировано более 60 официальных культурно-досуговых мероприятий. И в репертуарном плане кинозала предусмотрена большая доля демонстрации именно отечественного кино. Благодаря слаженной работе коллектива культурно-спортивного комплекса мероприятие посетили более 70 человек. Остались очень довольны, что отечественное кино стало таким ярким и визуально красивым. В 2016 году в рамках года российского кино коллектив культурно-спортивного комплекса обещает незабываемые впечатления для своих любителей кинематографа. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.